Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет жрать кислоты. Все компы внутри меня счастливыми сгорели при постройке гиперболы ее красоты. Беззвучно мрлись, нам не спастись от тягучей ударной мощной волны сладкой хандры. Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет, или, а может, все-таки... Осень чудная, что не тянет даже ее приукрасить кислотой, но тянет все равно успеть хотя бы, что поливалось тем особым чувством необломанного одиночества, которое только осень открывается, и сразу песню спеть хочется. Со словами неповрежденными все растворяющие желчу своего ублюдского цинизма, и тут же не хотелось бы петь ни высокопарности, как предыдущие строчки. А тогда что же? Остается искать того, кто ноту грусти правильно вытянуть сможет. Такой человек, возможно, сверху мой сосед по усилию, вешающий на балкон флаг государственный. Это явно ждать точения от накатившего одиночества. Простой сигнал того, что я хочу быть с вами, люди. Так прочитал его перформанс, я к нему пошел на диалог и спросил лоб. Ты связываешь свою растерянность с тем, что за дна темных вод поднимается беззвучный зов 300-летних совов. Или считаешь, это предсмертный выбор, спор серебристым ухов. Ответ был таков, тебе бы я почитал, но знает образ, она скажу, иди другие мозги би. Эта фраза мудрая простота подсказала путь, надо идти на тему сквозь. Я не дошел, но просто ее соскок коснуться будет достаточно для появления моей песни хороших слов. Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет жрать кислоты. Все компы внутри меня счастливыми сгорели при постройке гиперболы ее красоты. Беззвучным взрывом лес умирает, нам не спастись от тягучей ударной мощной волны сладкой хандры. Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет, или, а может, все-таки... Грибы на болотных кочках, хотя предпочитают отдаться ему наблюдательному искателю на четвереньках. Я это к тому, что мне еще сложнее пристать отыскивать то, что так не видно в лесу словарном, где осень и центр. Поэтому электричка не подойдет, она, конечно, быстро доставит к месту мое тело, которое там попрует. И едет ничего не понятно, потому что осознание имеет часа, как электричка, значит придется пешком через тот фронт. И город ширит складами, заводами, плавит и годы осени. И так как в этой области сейчас тоже нет сухлеб, семейство программы дежурная часть. Хочется это полосу проскользить, и шатунов, идущих мне параллельно, не замечать, помогут мои наушники. Так и носили роботы, влюбимы всеми за секс. Революция нелепая, 60-е годы, ты и звуки чудесные верят меня, что вырнут бурдочки для марок волшебных, высунут свои фиолетовые язычки, затем подскачут восхищаться пестроты мусорной свалки. Вместо них мой путь концептуальный пресекли странные собаки. Одни шарки на себе внимание заостряли резкими выводами, другие по бокам заходили, как было обломно знать, что выгодами тратями это стране считает не деньги. Не айпод, меня сознанием дела собирались задрать. Еще один баран загон сегодня не придет. Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет жрать кислоты. Все компы внутри меня меня счастливыми сгорели при постройке гиперболы ее красоты. Беззвучным взрывом лес умирает, нам не спастись от тягучей ударной мощной волны сладкой хандры. Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет, или, а может, все-таки... Вкусняшками духлами, так или иначе собаки загонять меня вдруг передумали и побрели туда, где как и подозревал были осени соски. Да нет, там никаких сосков, встреча с грязными псами, трезвил указал, что внутри они моей головы. И вообще начала давить окружающая природа бестолково, дул ландшафт, везде проступающие болота. Все это непригодная, крайне неестественная среда обитания для человека, как скотина, которая сама себя одомашнила. В поселение вернувшись, захотелось как никогда присутствовать людей, каких угодно. Вошел в ресторан, заказал запеченного сама, и говоря его специально для этого сконструированной вилкой, говорил себе глупо приписывать поведение человека животным, но тоже дико бесился, воображая собак, разорившихся на перине серебряного уха. Довольно, что не дошелся до этот лов, то есть я и не унес с собой нужные слова, нужные слова, нужные слова. Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет жрать кислоты. Все компы внутри меня счастливыми сгорели при постройке гиперболы ее красоты. Беззвучно взрывом лес умирает, нам не спастись от тягучей ударной мощной волны сладкой хандры. Какая нынче прекрасная осень, что даже не тянет, или, а может, все-таки. Какая
нынче прекрасная осень, что даже не тянет жрать кислоты. Все гампы внутри меня счастливыми сгорели при постройке гиперболы ее красоты. Беззвучным взрывом лес умирает, нам не спастись, и тихучий ударный мощный волны сладкой хандры. Такая нынче прекрасная осень, что даже не тянет. Или, а может, все-таки, 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 ну, а может, все-таки, 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 ну, а может, все-таки, 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 все-таки.